Установы громадского харчевания во все часы неотъемные от уклада человека. Это место встреч деловых и приватных, возможность проведения знаковых мероприятий, семейных и коллективных. У поселку Беловежским гостина расчинила двери кафе «Белморис». У Беловежским уластное кафе. Его открытие для господарки громадской значности. В одном поселку жихаров каля 3000 и больше 5 по всей господарце. Уявляете, кольки веселья гуляется и день народжения отзначается. Мы вложили сюда 4 миллиарда рублей. Мы сделали, по сути дела, все новое здание, кроме стен. Закупили все новое оборудование, технологическое, холодильное. Интеллигентность интерьера за тенем романтизму, приемное отчувание утульности и комфорту. У аккуратной сервировки, у оздоблений страв, почерк высокого уровня профессионала. У нас будут свои беловежские блюда, которых больше нигде не будет. Это наша фишка, мы должны этим привлечь. Мы, имея сегодня большое количество продуктов, мясных продуктов, и имея, мы взяли двух лучших поваров, которых мы знали, по крайней мере, в округе. Я надеюсь, что мы привлечем и не только вот внешним видом, но и нашими такими блюдами, которые будут пользоваться большим спросом. Стравы с продуктов у ластной вытворчести, гарантованная безпека с пункту гледжения экологии, до речи, готуются с мяса только охолодженного. Своя продукция дает махчима зарабить послуги кафе танными и большим конкурентными. Любы мая махчима знести вариант заказу сгодно своих сродков. Незалежно от того, який заказ на несколько человек ти на веселье. Здесь не только можно повеселиться, какие-то торжества отметить. Но у нас есть еще и печальные дни, когда тоже надо что-то. Я считаю, такие заведения в таком, тем более агрогородке, очень нужно. Здесь можно без всяких проблем проводить мероприятия, самые различные, свадьбы, корпоративы различные. Шеф-повары с великим опытом работы в престижных ресторанах и кафе у Темлику у Бресте. Достойные официанты. Забеспечена охова кафе. Меня поразил интерьер, меня поразила обстановка. Это очень современное заведение, очень вкусно, очень красиво. Кафе различено на 120 мест в режим работы с 12 дня до 12 вечера, с выходным у понеделок. Мы будем предоставлять одновременно не только зал и кухню, мы будем предоставлять всю культурную программу. Это все за нами. Заявки принимаются по телефоне 8 016 31 96 032.